Дело в том, что он начался несколько раньше, чем в 90-е. Да. И при всей вот этой вот конфликтности ситуации Борис Николаевич, ну, это продолжение Михаила Сергеевича. Ну, конечно. Угу. Ну, просто другое совершенно. Ну, вот так, последовательно. А вам довелось пообщаться? Да, и с тем, и с другим. Я очень уважаю, люблю Наину Иосифовну. Я очень уважаю Бориса Николаевича. Я во время первых выборов, еще там начиная с 88 года, 19-я партконференция, первый съезд, я там был в свое время доверенным лицом Афанасьева такой, помните? Да, конечно, помню, конечно. И за Бориса Николаевича. Раньше, когда спрашивали, 19 августа где был? Угу, да, да. 91 года. Ну, там вот я был. В Белом доме вы были? Да. Ну, и это абсолютно такая экспрессия. Естественно, что этот цветок надо точно не загубить. Мне довелось общаться не один раз, а много. Благодаря, кстати, Галине Борисовне. С Михаилом Сергеевичем, потом с Борисом Николаевичем. Но тогда, когда он уже перестал быть президентом. Вот. Мы часто на теннисе вместе были, а сейчас мы с семьей Бориса Николаевича в теплых, хороших, дружеских отношениях. И я снимаю шляпу, например, перед музеем Ельцина. Перед Ельцин-центром. Ельцин-центром, да. В Екатеринбурге, который семья открыла, несмотря ни на что, и это очень важно. Угу. Не все с вами согласятся, думаю, в этой оценке, в том числе и не все из вашего ближнего круга, если мы говорим о людях, с которыми вы дружите и общаетесь.